Всем привет! Сейчас надо, чтобы он прям до конца запустился. Я останусь после тусы у тебя, а с утра ты мне не зай. Ширик, да, Ширик? Да, у тебя веснушки? Нет, может, в черной точке просто. Нет, да веснушки. Откуда у меня веснушки? Не знаю. А черные точки? Опа! Давай, давай. Может, привет, да? По бырику, чтобы нас не схавали. Да, мы просто быстро убегаем. Убегаем. Прости, убежали. Реально бегу. Вау, как знаешь, летом, как летом. Ты знаешь лайфхак? Да, лайфхак. Ты знаешь лайфхак, как быстро бежать? Как? Короче, когда бежишь, подержи. Давай. Когда бежишь, над руками делать вот так. Вау, круто, ну и лайфхак. И оно быстро бежится. Как много людей пишут, офигеть. А сколько у тебя в стриме сидит людей обычно? Вчера было 15 тысяч, позавчера 10, а позавчера 7, а позавчера 5. Это хорошо? Это много очень. Это очень много? Да. Я хочу стримить. А на телефоне же можно стримить. Да. Давай ты мне сделаешь там все. Давай сделаю. Все, супер. Я буду стримить, чуваки. Я стример. А там зарабатываешь? Наш телефон зарабатываешь? Ну да. Типа это один тот же стрим. А ты хочешь только за деньги, да? Да, я только зарабатываю. Нахуй мне вообще эти подписчики. Я не... Ой. А, да, блядь. Так, не ненавижу своих подписчиков, просто они мне не нужны, мне нужны только деньги, я только зарабатываю, только мани, дома, машины, тёлки. Ебать, чат в ахуе. А это у них задержка есть какая-то? Нет. Реально нет задержки? Ну, секунды две, блядь. Вау, круто. Просто я привык, что трансляция там в инсте, да, там у них задержка сразу, поэтому мне как-то не интересно. Задержка — это плохо, особенно для женщин. Это очень плохо. И для мужчин. Собака маленькая. Собачка. Она тебя не узнала, бро. Прикинь, собака тебя не знает. Ой, господи, чуть не упала. Ты хочешь есть? Давай, да. Здорово, чат. Мы сегодня будем просто гулять. Стримить. Да, просто гулять. Мы хотели бы кататься на самокатах, но я не умею кататься на самокатах. Просто мы вместе, и поэтому... Блядь, да, не нахуй. Не шути так, я Динара не поймёт. Ребят, мы не вместе. Мы с Даней дружили раньше. Когда Данька еще был непопулярным. Дань, ты был моим фанатом, блядь, ты помнишь? Да. Как ты охуел, когда я тебе написала. Да. Может, посадимся туда? Нет, брат. Нет, ладно. Нет, брат. Пойдем. Подожди, дай микрофон выключить, короче, скажу. Блядь, так, ой, парень, стоп. Реально было слышно? Не знаю. Кость, было слышно? Сейчас помоет расскажет. Бля, нет, 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 быть не может. Костян, было слышно? Нет, все, слава богу. Прикольно, я бы скачал на скалы, ребят, ладно. Слышно? Я скажу у себя на стриме, приходите ко мне на стрим и на следующий, я там расскажу, что она мне сказала. Ебать ты батюш, а мы здесь будем кушать? Мы будем здесь, пожалуйста. А может, сами кому-нибудь? Покушаем у них. Ты думаешь? Думаю, у них пицца, им нужна пицца. У них пицца. Ты думаешь, это не нарушение личного пространства? Да, бро. Мама его испугалась. Ну, как будто бы, да. У них много пиццы, они что, сложно будет поделиться? Давай попросишь у них. Давай. Я не хочу. Оп. Если что, у вас много пиццы, можно у вас взять одну пиццу? А где кусочек? Спасибо. Вы такие добрые, спасибо большое. Мы думали, мы нарушим ваше пространство, вы нас и будете ненавидеть всю жизнь, а вы нас и ненавидите. Спасибо вам большое. Ебать, ты реально просто сейчас полакомился пиццей? Нихуя ты. Ебать, Данек полакомился на изичок, блядь, на фри. Слушай, ты сможешь с такими темпами и без бабок прожить вообще спокойно? Я в Анапе так жил, постоянно. Реально? Ты серьезно? Я вот здесь ездил, ел у знакомых в магазинах. В магазинах? Ну, работал в ящике и ел в ящике бесплатно. Так можно? Мне чуть платили за это, да. Платили за это? Я же работал в ящике официантом. Ага. И вот, мне платили, ну, и ел там, конечно, в ящике. Ну, как можно в ящике работать? А можно, скажи, а вот ты когда в ящиках работал, там были тараканы? Нет. Просто, смотри, были, были? Да не, я был. Были, да? Короче, просто Максон рассказывал то, что он работал в авиапарке в одном рейстике, там были повсюду тараканы, нахуй, на всей кухне. И оказывается, в авиапарке везде тараканы, в каждом рейстике. Там, типа, последний этаж кишит тараканами, их никак нельзя вытравить. Нифига, очень ужасно. Но ну, это Анапа, не знаю, не думаю, что у нас были тараканы. И знаешь, он, короче, знаешь, там в рейстиках на баре есть ледницы, где лед такой рыхлистый. И он говорит, что там он лед вычищал в конце рабочего дня, а там просто внизу, типа...
Да, во льду замерзший таракан, типа его лапки. Прикинь. Как вкусно есть сейчас. Может, у кого-то еще спиздим? Нет? А? Может, еще кого-то возьмем еды? Ну, там люди спят. Тут можно пролезть. Не, и у меня маска, я не могу. Я могу подержать, пусть у тебя пока не снимают. Сейчас донаты не идут. Погоди. Опа. Сейчас должны пойти. Бомж ебаный, что, опять у мамы денег попросил? Донат 500 рублей. Вау, 500 рублей. Можно купить пиццу? Можно. Блин, очень... А где Эвелина и мама? На ком? Да. На ком? Знакомая? Нет, знакомая. Эвелина. Мелкая такая. Да, да. В Анапе? Да, она же вроде... У нее мама в Анапе живет. А тут мы не пролезем? Поехали в Анапу. Там сутки на поезде трястись. Мне не пролезли. Я знаю, я ехал в Ростов на сутки на поезде. Короче, Даня предложил идею. Данька снял 20 тысяч рублей по косарьку, да? И Даня предложил такую идею, чтобы мы подходили, например, к компании чуваков. Они скидывались. Смотри, компания чуваков, пойдем. Погнали. Сейчас увидите. Это Данина идея, супер гениальная. Бежит, блядь. Чуваки. Здорово. Чуваки, здорово. Здорово, ребят. А, у нас есть такая Можете на секундочку музло выключить, да? А, смотрите. У нас есть 1000 рублей. Хотите 1000 рублей. Кто-то из вас получит 1000 рублей. Так. Мы решим это как. На цифакты побеждает из всех четверых, получает 1000 рублей. Все очень просто. На цифакты? Да. Цифра вчетвером. Сначала вы вдвоем. А, давайте вчетвером. Нет, давай вчетвером сразу. Да. Давайте я сверху. А если мы сговоримся? Ну, зачем? Ладно, давай. Зачем? Давай. Сейчас. Су-е-фа. Сейчас. Су-е-фа. Сейчас. Давайте вот ты вдвоем и вдвоем. Сука. Успокойся. Победитель есть у нас один. Второй. И решающий. Жесткая битва, блядь. Подожди, так он победил, у него был камень, а у него ножницы. Ну ладно, у него бумага была. Бумага была. Давайте, пацаны. Да. А может, а ты не можешь стать на, ну... На режим я не варю. А, на режим полета, да, ну да. Но мне же интернет нужен. Что, давай кому-нибудь еще? И что-нибудь жесткое. Что, давай какая-то следующая. О, давай они будут предлагать игру. Окей. Типа, предложите как... какую-то игру для людей. Быструю игру, да. Быстро, чтобы недолго. И чтобы ничего плохого они не делали там. Мерзкого, типа, плохого. Давай, что-то позитивное. Типа толпой, вот они в толпе стоят, и мы говорим, кто из вас отписан. Кто первый добежит. Можно устроить догонялки, да. Или кто подписан, например, на тебя или на меня. Да, на меня и на себя, это получает там 1000 рублей. Ну, это получается, мы дадим почти всем 1000 рублей, потому что мы достаточно популярны. Ну, бля, да. Хотя не, есть, не, есть прикол, что... Давайте. Мы вообще стрима нашли. Давайте, ладно, с ними не будем играть, да, они... Давайте по бырику, пока нас не окружила толпа, иначе мы не сможем постримить. Давай, по бырику, можешь дать телефон? По бырику. Данька, давай, можно сразу? Она надо бежать, потому что нас съедят, и мы не можем стоять. Одну фотку? Одну фотку. Ребят, сори. Хот-дог у них вкусный, блин. Ты укусил ее хот-дог? Я хочу... А можно... Попроси у нее хот-дог. Девочки, а можно... Да я знаю, что я фэт, мне какой-то еблан звонит. Ну да. За 1000 рублей. Да. Спасибо. Побежали. А ты хотел в очереди стоять? Да, прикинь, в очереди, это ужасно. Да я знаю, что иногда лагает, потому что какое-то ебло тупое мне звонит. Блин, реально, ты нужно предлагать тебе, чтобы они не звонили? Ну нет, у меня просто номер слит, и иногда просто люди зачем-то хотят сорвать мне стрим. А незнакомая отмена? Такое можно сделать? У меня стоит незнакомый, опять у меня тоже слили номер. Да? Нихуя, прикольно. Угу. Сейчас, если мне еще раз 2 позвонят, то я перезапущу стрим, просто поставим, чтобы мне звонки не доходили. Даня! Блядь, я испугалась. Иди, иди. Ну, вообще твой хоть добрый. Прячь его. Я его уничтожу. Прячь его. Я сильнее, чем этот маленький малыш. Он хочет твой хоть добрый. Я его убью. Ребят, сейчас я перезапущу стрим, мне звонят жестко. Мне звонят жестко, сейчас я перезапущу по бырику, поставлю на незнакомые номера отмена и вернусь к вам. Подождите 3 минуты. Поставь. Настоящий. Много людей нас едят. Че, слышно? 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 Много катамаран. Погнали. Охуенно. Да, хорошо мы нау сняли, там вроде нельзя платить, не нау. Да. А ты можешь крутить педали, пока да, пизды не дали? Да. Заебись.
Охуенно, все, я поставила в Телеграме, не беспокой, ну, заглушение звонков от всех. И поставила в обычном телефоне, поэтому... Я удалила Телеграм, удалила WhatsApp, выключила уведомления в сообщениях, заглушила звонки от неизвестных. В контактах у меня 10 человек, поэтому все хуяно. Мы идем на катамаран. Свободно есть. Все, ребзя. Все, ребзя. Я думаю, там надо в очереди стоять какой-то, нет? Нет, мои виды свободны. А народ? Ебать народу. Может, дадим им косарь, чтобы они нас пустили первым? Давай. Чё? Всё норм, чат? Всё вернулось? Костя, если чё, твоих сообщений я больше не вижу, так что тебе придётся стучать до меня в чате. Вот. Без вариантов. Сейчас договорюсь. Давай. Надо завтра номер поменять. Нет, Дань, через воду не варик. Бро, не надо! Только не прыгай, слышь? Ты нам еще живой нужен. Что за хуйню, Даня, это моя зипка. Все, я хочу куда-то подозвать его и договориться, типа, чувачок, мы тебе заплатим. Там очередь большая просто, да. Да, мы долго будем стоять. А кто там работает, ты вообще видишь? Вон, да, Ленька, синий. Синий футболки? Базар. Бля, я боюсь наебнуться в эту воду, если честно. Да все, можете мне не звонить, чуваки, блядь, я убрала вызов. Не получится уже все. Нихуя, из-под тишка, значит, фоткаем, блядь. Из-под тишка, значит, фоткаем. Давай просто скажем ему, молодой человек, спасатель. Мне кажется, он бесконечно будет издавать. Спасите меня. Давай подумаем, они будут спасать меня, я с ними договорюсь. Ну спасать уже. Давай. У меня деньги промокли. Не надо. Я шоу тут сниму. Я не варик, брат. Здрасте. А можно? Не больно. Просто очередь очень большая. А мы сможем с вами как-то договориться? Пожалуйста. Это просто на камеру понимаешь. А, нет, ну ладно, не разрешил? Все. Не разрешил, ребят. Ну, блядь, не разрешил, чел. Ну с кем не бывает, но не разрешил. Сейчас добазарит. Ой, я случайно нажала на уведомление от мамы. Ой, вон, собачка, блядь, можно потрогать? Да. Какая милая собака. Она не кусается? Какая маленькая, красивая собака. Привет, собака! А как он туда залез? Как он туда залез, чёрт? Маленький ребенок! Она боится, да? Маленький ребенок! Ой, все, ладно, ухожу. Ой, извините. Жай, не могу. Не могу, извини. Заскринь со стрима. Собачка? Оп. Я там с другом. Оп. А я говорит, видела. Не хватит топчик, братан. Так, это сейчас уже. Да что-то мы устали в очереди стоять так. Ну, блин, да. Постояли, промотали, погнали. 15 минут. Пиздец. Короче, бля, здесь размеров нету. Ну все, туда пойдемте. А можно без жилетов? Бля, ну. Не варик. Без жилетов, да. Не варик, базар, ну надень, похуй. Можно просто не наших размеров? Ну это ему. Ну он да, я здоровый просто. Спасибо. Биг бой слайм. Биг бой слайм.
Я знаю, где достать. Чат, просто если я буду фоткать со всеми, то нас захавают. Поэтому не варик. Слушай, вот этот, короче, просто сверху накинет. Окей, базар ноль. Где? Опа. Пу-пу-пу-пу. Давай объясню, как, что такое схавают. Схавают, это значит, знаете, я вот один сфоткался, и все остальные видят же, что сами фоткаются. Просто подходят. Мы для вас не постримим, если мы будем фоткаться. Да, нам-то похуй. И, то есть можем... времени вообще ноль будет, ноль. Мы будем просто стоять и фоткаться. Нам сюда можно или куда? Слушай, я думаю, давай, значит. Да, просто чат, если вы хотите, чтобы мы для вас постримили хорошо, без всякой темки, то нам придется отказывать фото, типа... Со стрима предложила девочке заскринить, по-моему, ничего там такого нет, чтобы скоротать время. А как рулить? А там штурвал лево-право поворачивай. А дайте ручку. У тебя большие ноги. Дай. Сядешь? Да, давай. Бля, да не бать, тут скользко. Да. А как, что делать? Смотри, педальки. А это что, слышишь? Штурвал, который красится. Да, только там за буйки не закрывайся там. Да, окей. Хорошо, бро, спасибо большое. Что, была ли вы про тебя в МГТ? Так, ножки нормально твои? Да. Кто-то звонит тебе? Да, кто-то звонит мне. Его тебе похуй. Нормально, ребятки, это летние покатушки. Ебать, вы мне устроили. Пиздец какой-то устроили мне с телефоном. Да, с телефоном пизда. Это реально вот типа руль? Да. Сейчас, подожди, я крутил. Давай я буду крутить пока. Может, ебем все кончик? Сердечек, чтобы хейтеры мне стрим не срывали. А чё они там? Ну ничего, звонят, блядь. Я не знаю. Тем более такая хуйня тупая. Я делаю для них стрим, нахуй, они мне его срывают. Типа, в чем прикол? А гоба бы гоп быстро прям разъебемся. Да, сейчас я мне звонил, мой чел просто, блин. Ну ответь, похуй. Я ответил, просто. Спасибо, чат. Давай. Спасибо, чат. Спасибо за сердца. Я знаю, что вас больше моих любимых, которые меня любят, которые мне такое плохое не делают. У меня первый раз такое, а мой номер слит уже, типа, года три. Ничего, у меня, слава богу, я номер на свое имя регал. Так что... Оп, оп. Сейчас перекину бабочки быстро. Давай. Бабочки? Бабочки, да. Ночные? Ночные бабочки. Просто я всегда... А ноги устают, блядь, как это люди делают? Сейчас, у меня просто спортивные, понимаешь? Ты красная, смотри, какая. Черная икра или красная? Красная, красная лучше. Это было по тонкой грани, так сказать. Давай. Ты можешь убрать ноги, чтобы тебя оно не крутило сильно. Да просто... похуй, я могу с тобой крутить. Да? Да. Ты не сможешь один это выкручивать. Крути педали, пока пизды не дали. Вот чат и закрыл сердцами, кей, от души. Бля, да, сколько ты стоил, Дани? Не знаю. В смысле, мы еще не заплатили. Да? Я ему дал. Ну, то есть, короче, пока не заплатили, видимо, оплачиваем в конце. Угу. Поехали. А, вечер, интересно, не хуярит, ребята? Вам вечер не хуярит? Хорошо, да? Охуенно. Очень красиво. На ветер микрофон хуярит как будто. Давай медленно вот так. А, если дует, не, нормально. Пишут нормально, не сильно дует. Но раз не сильно, то похуй. Реально круто, что ты вот так сразу, ты спрашиваешь вопросы, и они сразу же отвечают на него. Да. Очень круто. Ну, конечно, блядь. Мне же сколько раз у меня стрим упал, блядь, потому что мне звонили постоянно. У нас 700 тысяч онлайна. Это много? Это много. Это очень много, Дань. На Твиче много. Может, кем-то пиздим, остановимся, до степи паркуемся, только не с семьей, а то, мне кажется, может агрессивно отреагировать. Агрессивно? Ну, типа, да что вы доебали, за нас поотдыхаем. Надо, короче, понял, надо выбирать те, кто потенциально дружелюбен. Открытые. Да. Но они все дружелюбные, даже люди. Смотри, девочки, если сейчас узнают нас, они описываются. Ты думаешь, они тебя узнают? Узнают 100%, потому что... Твоя целебуха вот это такое вот? И такое тоже. Они и взрослые сейчас узнают, они будут просить маму привет передать. Бабушка. Мама, бабушка, проверим? Ничего себе. А где буйки? Людям похуй, они сутками купаются. Буйки вон, там. А вот утки, смотри, плавают. Сможет. Смотри, утка плавает. А нет, здесь не узнают, папа. Это очень маленькие. Ну я говорю, они очень маленькие. Давай вместе. Чат, а что мы спим? Давай левей. Смотри, утка, блядь, ты видишь, что это утка? Да, если наебну. Оп. Прощай, блядь, с жизнью. Оно нырнуло! Оно нырнуло! Слышь, мы уже мы задавить сейчас. Уходи, уходи, правее, правее, бери.
Чтобы она не умерла. Она плывет, она же не просто вернулась. Да? Стоит на месте, да. Я думала, она спряталась, типа. Где? Я хотела на нее поближе посмотреть, а она, бля, слышно, мы ее не убили. Да не, вон она. А, вот, нихуя она вау. Вылетела. Бля, F утки нахуй. Ты ни разу не катался здесь? Ты катался? Нет, ни разу. Ну все, у нас первый раз вместе. Первый раз вместе, братан. Да. Еще утки. Бля, я хочу утку. Ну что можно сделать? Можно залезть на он. Да, назад. И перевернуть нахуй катамаран. Что ты делаешь? Не, 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 дай, 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 дай. А у нас же водонепроницаемые телефоны. У меня вот, я хотела же себе 13 айфон на день рождения, меня никто не подарил. Хочешь подарю? Хочу. Нет. У меня не водонепроницаемый. А, тебе впадло крутить стало? Как водонепроницаемый? У тебя же... У меня 10-й. Какой 10-й? У тебя... У меня 10-й. Ты что, у тебя 3 камеры. Он кастомный просто. Да, приклеили. У меня 11-й. А, это 11-й, да. Да. Один или... тоже был непроницаемый. Я в 11 знаешь, да? Сидел. Я клал в бассейне и снимал, бля, в бассейне. Сейчас я думала, я его разведу, а мне 13 купит, сучок, блядь. А где мой подарок на день рождения? Че ты ничего не вот. Сидел? Я с тобой провожу день. Это очень дорого стоит на самом деле. А-а-а. Здравствуйте. Можно с вами фотографировать? Конечно, давайте. Кстати, поклонник слушает вашу музыку. Споешь живую? Давайте. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я недавно был. Мой бокал есть музей. Мы на трэп хотим тихо тусим. Спасибо, 300 тысяч. Так, давайте. Давай. Я в ахуе. А я вот здесь. Ебать, Данек контента завез, пиздец. Даня, кстати, на... Давайте, подкатим, подкатим. Подкатим. Данька и на прошлый дыре мне ничего не подарил, представляете, какой? Я, кстати, я вообще не дарю подарки почти на день рождения. А я тебе подарила. Не, я дарю, когда у меня есть очевидно, реально, ну, как, понятный подарок, ну, как, какой можно подарить. Во, вот так прям. Прикинь, сейчас сходка на катамаранах. Наша знаменитая фигуристка, да, правильно? Кто? Нет? Я? Да, я Евгения. А это? Не-не-не-не. Медведева. Смотри. Сука, я фигуристка, кто не понял. Супер, спасибо. Спасибо большое. До свидания. Выруливаем, выруливаем. Мы направо, мы налево, как говорится. Иду! Это я понимаю, авария. Первая авария. Ну, твоя не первая, блядь. Велосипед никто не переплюнет. Ты же, по сути, из машины вышел. Так что авария. Ну да. А это считается, ну, на дороге, да, авария. Блин. Ты придешь на стрим со Скали? Да, конечно. Короче, послезавтра Скали Милана прилетают из Краснодара, блядь, где он. И я хочу заебашить стрим. Я, Даня, Скалик, может, еще кого-то, может, Сими позовем. Или кого-то еще из пацанов. Главное, чтобы они запретку не дали, блядь. Потому что, знаешь, Янг Вэй кто такой? Янг Вэй? Да. Это тоже из-за тусовки, чел. Что он поет? Не про полночную, не люблю 12. Копы! Да, с Майотом фит. И, короче, вот, я... Они на стриме очень много запреток сказали у него, его забанили нахуй. Вообще навсегда? Не знаю, насколько. Пинка тоже можно позвать. Пинк. Я соберу какой-то пиздатый стак и сделаем охуенный. Он у меня дома. Да, на стриме. Это ладно. Не так интересно будет. Ладно. Типа, это будет интересно и без стрима. Да, это не интересно будет на стриме? Ну, это долго просто. А. И типа, нам это интересно. А, в чем прикол сделать быстро? Ну, можно пробовать. Ну, типа, на тебе сразу бит, там куча чуваков, которые, они все же умеют. Просто понимаешь, когда ты фристайлишь, ты можешь выдать запретку. Случайно. Просто типа рифма. Потому что я не фристайлю. Да, фристайлить? Да нет, я помню, как ты фристайлил тогда на Хальяной, помнишь? Ну да, это смотря с кем находишься ты. То есть, если там с людьми, которыми ты такой раскрытый. А поехали, подойди к бортику туда, куда-нибудь. К людям, вон там сидят, видишь? Погнали. Погнали ноги, знаешь? Да, я успеваю, даже быстрее могу. Ау, где оно? Где ты должна быть? На корабле на самом деле. В каком нахуй корабле? Ну, в смысле... Бля, Данёк! Пропажа, откуда? У тебя она? Да, у меня. Всё, заебись.
Данечка, блядь. Слушайте, говорит, ну, мой подарок на держение, это то, что я провожу с тобой день. Ну да. ЧСВ, че, отстречка, он ЧСВ? Знаешь, сколько стоит это? Сколько? Не знаю, кстати. Ты знаешь, что дружба бесценна, бро? Ну, а, окей. Эх, Данечка. Здесь как-то реально, направо. Скажешь мне, окей? Да. Ебать, мы, конечно, купаемся с кайфами. Ты хочешь прям вот к девчонкам каким-нибудь? Да, 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 к ним и прям по базарить посмотрим. Давай, попиздим. Главное реально выбирать людей, которые потенциально положительно отреагируют. Любой, если ты, смотри, как ты к ним, ну, то есть, смотри, как ты на них отреагируешь. Ну, например, как ты их поставишь. Мы едем. Туда. Надо подкатить, типа, красиво, понял? Так, боковинкой, типа, встать. Да, да, понял? Надо туда. Красиво. Ну, наверное, лучше в ту сторону. Я просто разворачиваю, то, что мы к нему нормально подкатили. А, нихуя. Просто уже их спросим, не знаю, поесть. Очень девчонок? В джинсах? Да. Let's go. Попытка. Ебать. Здравствуйте, а у вас есть что-нибудь покушать? Нет. Нет? Мы собираем просто поесть. Здравствуйте. Здравствуйте. Залазьте к нам. Дополнительную плату. Здравствуйте, хотите к нам залезть? Нет, спасибо. Мы вас прокатим до берега. Бесплатно. На тот берег. Нет, спасибо. Давай где-нибудь какой-нибудь подберем, давай. Извините, не хотите к нам залезть? К нам. Тут два места есть. Пока мы здесь, давайте. Мы вас... Так и нельзя, наверное. Мы никому не скажем. У нас есть, мы купили эту штуку. А, нет, там нет сидушек. Вот сидушки две. Вот две. Это сидушки, смотрите, все вчетвером. Люди. Вчетвером они катаются, многие есть. Да, мы видели только что с детьми так катались. На тот берег вас довезем и вот. Да. Подожди, без жилетов нельзя, бро. Без жилетов нельзя. А, без жилетов нельзя. Да. Чат, спасибо, что подсказали. Извините, пожалуйста, мы забыли про жилеты. До свидания. Прикинь, сейчас без жилетов вы приехали. Я бы сел. Долбоеба. Это жестко, это же типа против правил. Здравствуйте. Хорошего дня. Крутая панамка. Эти маленькие. Кто-то меня позвал. Да? Все. Ебать, он спросил. Он в курсе. Да. Я не чеченка. С него 5к. Привет, ребят. Привет, ребят. Давайте поиграем с вами в эту штуку. Ладушки. Они не играли, только что сидели. А. Серьезно? Да. А вы не знаете? Это карусель. Ладно, поиграем. Карусель на душе? Да. Вот так. Летели. Лебеди. Через. Через. Море. Дальше не знаю, давай просто. Так. 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 Крутые очки. А можешь померить? Он вернет, не переживай, вернет. Спасибо. Ой, это так мило. Пока. Чат сердца. Это очень мило. Пока, ребят! Пока! Мои милашки! Хорошего дня вам! До свидания! Нихуя, что так мило и позитивно, что у меня аж щечки краснеют. Да, мне тоже. Я не могу. Ой, сейчас пизда утком, походу, будет, братан. Давай. Кря-кря-кря! Кто быстрее? Давай, кто быстрее? Да быстрее, погнали! Только утка! Даня, утка! Убирай ноги, убирай. А там увидишь, что медленнее, Дима. Нет, смотри. Мы быстрее! Или они быстрее? Мы быстрее, смотри. Мы вас догнали! Давайте! Ебать, они сейчас ноги забьются, блядь. У меня ноги. Забились? Да. Подмена. Я подменю, давай, остановись. Бля, вдвоем реально быстрее. Я говорю. А может перелезем кому-нибудь, так? Давай к ним перелезем. Я перелезу сейчас к ним. А нельзя к этому рану оставлять, поэтому мне придется на нем остаться. Ну, останешь на нем. Давай, а ты перелезь. Да. Ну, а с мамой, смотри. Ну, что? Не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны. Здравствуйте. Да пошел ты нахуй.
Наверное. По дочке можно понять, потому что дочка такая... Дочка хотела бы, ну, а мама такая... Может, к этим? Спальни, спальни, да. Бу, блядь. Если они почувствуют, перевес какой-то. Бля, уже почувствовали как будто. Да, уже всем. Уже палево, брат. Сейчас все будет, наверное. Бля, ноги забились пиздово. Да? Да. Тренировочка. Оп. Опа, стой, мы сейчас врежемся в нас. Не крути. Нет. Ты хочешь прям перелезть типа по стелсу? Конечно. Нет, ты чё, брат, это... Бро, это жестко. По стелсу перелазить. Лёха хочет по стелсу. Тань, Тань, так нельзя, Таня. Таня, Таня, Таня. Было бы очень круто, на самом деле. Таня, пожалуйста, сядь. Блядь, не получилось, сука. Я на самом деле думала, что ты сядешь. Легко же, там просто шагнуть и все. Ну тогда это люди же охуеют. Ну да, ладно. Прикольно. Пойдем к тому берегу. Смотри, какая птица огромная. Да, это утка. Пойдем ее захуярим. Пойдем ее захуярим. Ну в хорошем смысле, погладим ее. Она улетит. Наверное. Догоняем, догоняем, давай. На спидране. Она уже чувствует, что слышит, что-то не так, смотри, как она шевелится. Она просто чешется, она умывается. Какая красивая. Красивая, да? Братик, ну что ты? Здорово, бро. Бро. Дай пятюню. А вы думаете, что теперь вылезти? Можно? Да, смотри. Нихуя работает. Круто, да? Прикольно. Прикольно. О, у нас есть деньги. Давай деньги разыгрывать. Там так колодки. Можем к этим детям, нет? Или дети это мальчики? Наоборот, наоборот, брат. А, налево? Да, вот. Что-то на береге никого нет. Можно на тот берег. Там же ребята были, помнишь? На тот же? Ну, погнали. До него пиздец ехать. А смотри, сколько подростков там сидит. Да, да, может к ним, да. Так просто быстрее скейтеры будет. Скейтеры какие-то, да, круто, смотри. Пока не ушли, пока не ушли, погнали. Что-то на слотку ломается как будто. Ломается? Так сейчас там нужно начнет. Вода холодная, кстати. Да? Я даже не трогала, она же грязная. Ледяная. Сейчас, о, блин, прикинь, если бы тут можно было купаться, сколько бы народу купалось. Да. Вот, смотри, вроде подростки все, да? Да, да. Хатаяцкие сидят, смотри, подростки. Девочки с ними, смотри, заигрывают. Ничего себе, погнали. Мы сейчас подрежем, скорее всего, вот этих случайно. Ой, извиняемся, извиняемся. Аккуратненько, извиняемся, извиняемся. Let's go. Да, это подростки. Главное, чтобы они сейчас запретку не ёбнули. Да. Давай чуть левее, как по красоте. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так, по красоте. Привет, ребят. Чуваки, мы хотим разыграть... Идите все сюда. Идите все сюда. Здорово, брат. Здорово. Привет. Здорово. О, шкатичка. Оп. Если бы я их оп. Чуваки, хотите получить 1000 рублей? Да. Два человека из вас получат 1000 рублей. За что? Знаете как? Да. Вы должны выиграть. Прямо сейчас отсюда. Вы бежите до... Но только, пожалуйста, не в воду только бегите. Не через воду, да, по берегу. Ребят, по берегу. Вы бежите до того берега. Это, я вижу двух первых победителей, те забирают по 1000 рублей. Раз, два, три. Время пошло, чуваки. Ебать, там самый умный срезал. Че, пойдем доплывем на трубе? А надо смотреть, да, кто? Кто первый добежит, интересно. Ага, он. Вот, он. И второй черный. Второй черный толстовский. Сюда, сюда, сюда! Сюда! Сейчас, пускай обратно. В полосатый брат. И черный, да. Да, в полосатом и в черной толстовке. Сейчас, вот так вот, немножко. Ай. Назад, аккуратно, да? Оп. Давай, Даня, рулит. Здрасте. 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 Ой, блядь.
Супер! С тобой можно, да? Да. Так, сейчас. Го плывем, нахуй. Ну нет. Го плывем. Ты прикинь. Да я угораю. В чате пишут, уплываете нахуй, уезжайте отсюда. В чате пишут. Да, блин. Не, бро, это жестко, они пожали. Ты первый. Ты первый. И второй был в черной кофте. Давай 1000 рублей, бро. Артём. А второй, где второй? Второй сейчас был. В черной толстовке. Артём! Быстрей! Вот в кепке и в черной толстовке. Артём! Артём, ты забираешь тоже 1000 рублей. Красавчики. Полный Рио де Жанейро. Давай все вместе. Let's go все вместе прямо. Смотрите, я тут педу. Да. Я пока все тут постою, блядь, у стеночки нахуй. Покурю отфудисточку. Давай. Что, Даня, покупаем? Я мам. А кто фоткает-то? Можно по очереди. Например, сейчас. А вы можете со стрима заскринить, хотите? А да, со стрима. Да, заскрините со стрима. Я маму. Вставайте. Давайте, там широкоугольная камера, вставайте. Они не сядут стримить. Даня, посмотри сюда. А, они за стримят? Да. Все, там в записи. На стрим заходить. Да. В записи сделайте скрин просто. У Амины. Сейчас скажу вам время. Время 25 минут, 20 секунд. 25 минут, 20 секунд, запишите. 25 минут, 20 секунд. На стриме. Давайте, Ребзи. Пока, удачи. Кому я нужна, нахуй? Со мной тут Даня не лучше. Ну, я ему не откажу, потому что посмотри на него. Все, мы поехали. Это был настоящий. Да, ребятушки, ну мы поехали. На стриме, на стриме. Давай, пока не уплыли, пока не уплыли. Бля, сейчас Дань печет, солнце пиздово. Пиздуем обратно? Да. Хуярим. Бля, ебать, солнце бьет прям. Боже. Привет! Здрасте! Здрасте! Так мило, пиздец. Утка. Дай. Ничего не будет, она же видит. Это голуби, знаешь? У них есть, они все равно что все видят. Они сзади видят и спереди. А сзади как? Жопой? Бигбой. Слайм. Все, я думаю, надо уже съебывать отсюда, бро. Уже сейчас... Скучненько немножко становится на катамаранчик. Мы уже 40 минут хуярим с тобой. Прикинь? Очень заметно. Да. Все. Небо настоящее. Хуя красиво на камере, смотри. Смотри на камере. Да. Да. Блин, реально люди, это реально люди сидят, типа, и пишут вон. Да, это все по-настоящему. По-настоящему? Да, да. А что значит вы настоящие? В смысле? Сколько людей сидит? 7500. Это много. Дайте. Если бы еще стрим мне вначале не сорвали, было бы 1011. Очень хочу. Я буду стримить. Давай через телефон очень круто. Да, через телефон радио. Поставил сразу, включил стрим. Но нужно делать интересно еще и заниматься этим стабильно. Конечно. Кость, можешь, пожалуйста, в телегу запостить, что у меня стрим идет сейчас? Ты можешь запостить себе тоже? Да, давай. Есть у меня ссылка? Я напишу ее вручную. Окей, да. Вручную, знаешь, ссылку? Конечно. Я тоже хочу так. Блин, круто, у тебя так на руках есть вот это вот. Штучка. Оп. Че, паркуемся вот здесь вот? Сейчас, подожди. Вот так можно, назад можно. Оп. Назад. Теперь вот сюда. Почему? Прямо? Да, налево. Оп. Нихуя ты бог парковки. Вот, и прям. Нихуя, Даня. А, ну расскажи, мол, заехали. Да? Да. Ну ничего страшного, как смогли, так и заехали. А, привязать ее, получается? А, ну спина, да, спина, если заедем? Да не, ну и нахуй. Ладно, давай, не будь. Спасатель! Оп, въебнулись немножко. Погнали. Да, босс, ну все, спасибо большое. Вам нужно задом. Обязательно? Да. Давай сделаем. А, задом следующий, я сделаю быстро один. Давай, побыли. Так. Дай ссылку в чат. О, нихуя ты нам поможешь. О, да, гениально. Смотри, он переворачивает. Ничего себе ты гений, бро. На, пока возьми чат. Биг бой, слайм, я знаю, где достать. Показал малышке один раз, теперь она хочет опять. Не тикток. Ноги красивые у меня.
Это моя первая татуха, кстати, в космос. Да, блогеры, да. Thank you. Спасибо большое, брат. Спасибо. Жилет вам оставлять? Или, может быть, мы заберем с собой? Не папе. Ой, мне надо помочь снять. Поможешь, пожалуйста, снять? Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, бро. Спасибо, бро. Пока. Пока. Что-то жарко на улице, просто пиздец. Хочется аж кофточку снять, но там сосочки торчать будут. Два, один. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Давай, давай телефон. Дома. В маске тяжело бегать. Я хочу кукурузу. Пойдем. Я не взял мне маски. Я могу пока подержать, ты будешь так есть аккуратно. А зрилы будут проходить же. Ну, вот они же. О, сидят ли люди сейчас, которые здесь гуляют? Конечно. А, напишите в чате, кто здесь. Пишите я. Сейчас будут писать все я. Да, скорее всего. Да. Так и бывает. Интересно, где Надя затерялась? Сколько прыгнула бы сюда? За миллион прыгнула бы сюда сейчас? Нет. А за 2 миллиона? Нет, ты прыгнул? За 2 ляма, ну, блин. Я понял. Как будто бы можно подумать, знаешь, только об этом. А, окей, за 3 ляма. 3 миллиона рублей. За десятку. Ну нет, 10. Ты что, офигела? 10 любой прыгнет. Да за лям любой прыгнет сейчас, типа. Запишите я. За 3 я бы тоже, наверное. Я бы прыгнул за 3. Я бы за 5, наверное. Конечно. Вообще здесь же нельзя. Ну да, ну три ляма. Ты просто понимаешь, что ты можешь получить какую-то заразу. Никакие деньги не стоят упорченного здоровья, знаешь? Стой! Ты куда? Нашлись! Надька, блядь! Привет, я Надя. Привет, Надя. Привет, это Стас. Здорово, брат. Привет. Короче, если что, ты ему сказала, какие слова нельзя говорить? Просто смотрите, мы стримим, ребят, мы стримим, сори. Со стримов скрины. Мне неловко. Нихуя с собой. Можно потрогать? Конечно. Ты маленький чудесный собака. Чудесный собака. Ой, какая чудесная собака. Можно? Побежали. Ребят, надо бежать. Прямо сейчас на счет 3 бежим. Раз, два, три. Дань, беги. Сиська выпадет. Что у тебя выпадет? А, да, сиська отсутствующая. Что? А, да. За такие места для стримов находишь? Ну, блядь, ну, конечно, с этим местом мы выбрали. Может, в тачку и повезуем куда-то? В тачку? Минас, поехали. Тачку, мы на шеринге. Поехали. Ну, вот. Поехали, поехали. Сэп, купите мне кукурузу, пожалуйста. Погнали, да. Ребятушки, на IT Banksy поедем? Как это? Выставка. Выставка Banksy. Что Banksy? Ты не знаешь, что такое Бэнкси? Это кто? Это... Никто не знает. Это чувак, которого никто не знает. Он где кукуруза? Да, и он типа рисует картины всякие, инсталляции. Ты говоришь, давай поедем. Просто никто не знает, давайте. Может, какое-то место прикольное? Типа, можно в кино. Бэнкси, Бэнкси. Там есть зарядка в парше? Да. Заебись. Yes. Надо найти кукурузу по вырику. Может, там? Да, там она по пути будет где-нибудь. Вы долго нас искали, Надь? Нет. Нет? Совсем чуть-чуть. Я стрим еще включила и все. А. Нашла. Помните Надьку-то? Тут есть кукуруза, бро? Тут есть кукуруза. У вас есть кукуруза? Есть. Да, есть. Взял больше? Саня, можно спускаться, пожалуйста? Давай. Давай, давай. Это, кстати, будет очень опасно сейчас стоять так долго. Почему? Надька милая. Блин. Это старый, это самый старый в компании. Ему 31. Даня, можно, пожалуйста, сфоткаться? Даня, можно, пожалуйста, с тобой сфоткаться? Нет, некрасиво меня фоткаюсь.
Вот. Как ты смел вообще? Чат, заступите за меня. Амин, мне кажется, всё. Ладно, тебя люблю. Наши пути разошлись, блядь. Наши пути разошлись, блядь. На этом. Погнали. Ты меня помнишь, да? Ты меня помнишь? Чё? Ты меня помнишь? Может, помню. Ты съела на РФЛ? Да, на РФЛ. А? Ты съела на РФЛ? Нихуя. А? Да, съела. Я еще живу. Погнали? Погнали в другом месте пойдем. Погнали в другом месте. Сори, бро, мы если остановимся, то нас сейчас захавают. Саня, бегай, быстрее, бегай. Блядь! Таня, с тобой невозможно стримить! Бля, с Таней невозможно стримить, это пизда. Еще тут не хочется никому отказывать, это пиздец. Вообще неловко себя чувствую, мне прям обидно за ребят. Нет, бро, прости, пожалуйста, давай. Бритвы все, что в другой стране. Да? Да. А нахуй мы идем сюда? Вы побежали. Пойдемте в тачку, мы просто идем. И машину купим, да, в пути где-нибудь. Из машины. Либо мы типа сюда придем со Стасом и купим тебе кукурузу. Да? А мы в машине посидим пока. У машины постоим. Да, как вариант. Нет, это будет очень долго, вы понимаете, вы в очереди пока постоите. Ну, либо по дороге реально. По дороге. Все. Купим тебе кукурузу, не волнуйся. Можно прости, пожалуйста, если мы остановимся, нас едят. Честно. Одну секунду, это очень важно, ладно. Ребят, понимаете, что если... Я говорю нет, не потому что я вас ненавижу или там что-то еще, а потому что если мы останавливаемся, на нас налетает народ, и мы не можем двигаться, потому что это бесконечно. Да, и тогда стрим становится такой, что вы все в чате пишете скучно. Да, даже люди фоткаются, те, кто, кто даже не знает нас, они такие, ну, на всякий случай фоткаюсь, потому да, что вдруг... Да, типа, в этом прикол. И просто, блядь, очень неудобно отказывать, и обидно за ребят, но просто делать нечего из-за этого. Типа, нихуя не сделаешь. Блин, круто, можно на кости типа, кататься, нет? Не супер много, чтобы... Я думаю, там сейчас опять очередь. Не, я просто в целом спросила. А где можно ее найти? Я не знаю. Что найти? Надо было не спросить. Не знаю. Вот на ней мы изи раздвигались. Четвером вообще идеально. Четвером. Давайте спросим у них мейли. Не, прости, бро, мы не можем. Очень спешим, ребят. А, только что. Ах, ну ладно. Базары, ну вы, блядь. С Аминой что-то никто не фоткается. Прости, малышка, мы не можем. Мы спешим, ребят. Я тебя люблю, крошка. У тебя нет маски? Нет. Есть маска, бро? Может, ты маску наденешь? Нет, давай наденем, да. Что, есть маска? Спасибо за сердечки. Может, твою возьми? Ага, я что буду делать? Если без маски. Нет маски. Пойдемте в тачку. Пойдемте. А ты можешь застегнуть капюшон до глаз. Все, заебись. Нет, ну так другой человек. Я не знаю, кто это. А где Даня? Исчез. А, ты не видела Даню, что-то он потерялся? Можно сфоткаться, извините. Ой, да бежим! Не, не могу, бро, сейчас придется останавливаться. У тебя есть парень, может, подойти? Есть! Все, ребят! Ребят, стоп, я в маске, блядь! А далеко тачка? Нет. Вот народу меньше. Бля, я, походу, без кукурузы осталась. Пиздец. Самое ужасное то, что я без кукурузы в итоге. Сейчас найдем. Ты думаешь? Да. Я знаю, куда стать. Показал малышке один раз. И теперь она хочет собак. Опять. В жопе собачья. Похоже на твою татуировку, покажи. Какую? Ну да, почти. Не, бро, прости, нас едят, нас укушают. Бро, можно я сделаю что-нибудь? Ладно, давай соткаемся. Давай быстро. И тут меньше людей. А сфоткаться? Нет. Я он умеет. Въебал. Возьмешь? Наверх, видите? Не, да. Спасибо за сап. Я люблю тебя. Все, не бегите, блин. Я еще в маске. Как дела? А у тебя как дела? Супер, мы идем вот от своей кукурузы. Да мы из кукурузы. Кукуруза все, никакой кукурузы не будет у вас. Да? Но тут нет, но тут людей меньше. Я надеюсь, что на выходе где-нибудь мы ее найдем. Нет. Я думаю, да. Можно даже по пути просто. Дай попить. Отвернешь камеру от меня? Конечно. И не поворачивай на меня. Я могу подержать ее и повернуть на нее. Ребят, за 300 рублей, кто кидает донат 300 рублей, показываю Амину. Раз. Не успели, ладно.
Давайте за 300 рублей донатом я сниму штаны и буду идти вот 3 метра без штанов. За сколько рублей? За 300 рублей. Ребят, вы слышали? 300 рублей. Давай, скинь. Реально снимешь? Реально сниму и буду идти 3 метра. Окей, только не поднимай футболку, а то меня забанят. Я знаю, но, блин, не говори об этом. Почему? Они такие, блин, фигня, футболка. Ладно, 300 рублей я снимаю штаны. Но это все равно жестко, бро. Угу. Ой, блядь. Уже не могу нахуй бегать, реально. А вы еще дальше не могли? Мы максимально близко вообще-то к вам подъехали. Да? Когда мы выезжали к вам, мы были в начале главного входа. Мы, знаешь, вы на катамаране катались все время. Да, я... Поэтому, наверное, нас сюда и привезли. А, вы по навигации типа нас? Чего, блядь, 300 рублей где? 300 рублей. Старый придумал. Надо. Да, очень нужно. Старый. Не было просто. Что-то заеблись бегать уже реально. Сейчас в тачку сядем, куда-нибудь поедем. А куда мы поедем в итоге, Сергунь? Сергунь? Тебя не Сережа зовут? Стас. Стасю. Можно. Стас. Сергунь. О, 300 рублей пришло. Да, пришло? Да, 300 рублей. Давай, Бром. Сейчас, Бром. Сейчас, секунду. Сейчас он штаны снимет, потом фоткаюсь. Спасибо, сейчас нет. О, спасибо, тебе прикольно, да? Да. Я стреляю с первой направо и налево, эй, направо и налево, бой, я стреляю с первой. Я стреляю с первой направо и налево, эй, направо и налево, бой, я стреляю. Мы бы с удовольствием. Let's go, let's go. Мы бы с удовольствием, малыш, но у нас нет времени. Извини, пожалуйста. Заскрините. Заскрин со стрима, вот. Аня, можно фотки, пожалуйста. Прости, бро, нас скушают. Я в ахуе, что ты снялся там, блядь, при маме. Да, там чей были родители. Они такие, ой, Милохин. Ой, Милохин. Кукуруза? Бля, мороженое ебучее. Может, мороженое? Мороженое. Или нахуй? Там нет кукуруза. Мороженое. Ну, похуй. Мороженое. Нет, кукуруза, кукуруза. Нахуй. Мороженое. Нахуй мороженое. Бля, да, не хочешь умыться? За 500 рублей. Опа. Пу-пу-пу-пу. А, бля. Кажа, жарко, ебаный рот. Как будто бы лето, у меня все подмышки мокрые. А Надька-то надела длинную кофточку, подготовилась, блядь. У меня футболочка вообще. Ну, я говорю, длинную кофточку. А вот Стасенька-то, да, Стасенька не прострахался от данного. А я ему говорила, А ты спортсмен, ты чем занимаешься, а? Нет. Такой ты, спортивный, чё-чё. Ну, раньше занимался, да. Чем занимался? Да много чем. Ну так, просто единоборствами разными. Хуйнёй тоже частенько занимаюсь. Здорово. Чё? Здорово. Ничего, спортивка. Спортивный зал и все. Ну, короче, ничем не занимался, просто такой по-генетически. Да. Зануда. Раньше получше было. Ну ладно, тогда 90 весит, сейчас 85. Надо тебя похудела, неплохо. А тебя подниму, да, вот так, за подмышки просто? Не надо. Легко подниму. Не надо. Шо? Ну не надо. Шо? Ну не надо. А, мокрый тип? Да. Еще. Не надо. Еще. Да, блядь, да, не надо, нахуй. Сейчас я выключу микрофон, скажу тебе. Ладно. Оп, все. Опа, а где чат? А вот чат. Типа реально, когда ты заходишь на стрим, у тебя садится сразу модератор, который... что он делает? Удаляет комментарии плохие. Реально? Ну типа, если пишет оскорбления жесткие, да. Круто, ты, ну ты ему за это платишь, понятно, типа там... Плачу. Аккуратно, малыш. Круто. Ну типа, знаешь, мы как... Я типа ему скидываю деньги, когда у меня много денег. А, ну все, вы просто чуваки, которые просто чилите и... Да, типа, всегда по-разному. Могу там, типа, скинуть 10 тысяч, могу 15, могу, типа, 50. Да, круто, круто, круто. Да, да. А получается, как они узнают о твоем стриме? Они заходят, ну, у они, них... Они с... Я им говорю. Либо у них стоит упоминание у кого-то, да? Уведомление, да. Уведомление, просто в Телеграм, да, пишу за день, что у меня будет стрим, они круто, такие, о, завтра... Блин, легко вообще, вообще! И зачем ТикТок сейчас нужен, если есть телефонный стрим? Я просто думал, что стримы — это только, ну, на компе ты садишься такой, у тебя должны быть там все эти подключены, интернет, все это нужно шарить.
А тут просто телефончики чик-чик-чик. Хуя, самокатов много. А, вот это у вас такая машина, блядь. Вау, крутая машина, чуваки. Выбирайте любую, как вы хотите. Да не было слышно, если было слышно, вы бы уже охуели все. Мы зайдем просто в магазин. Ну, слава благодать. У нас же деньги есть, не забывайте. Давай, подождите, стойте. Ребята, не хотите косарик заработать для фильма? Нет, они не хотят. А это просто звучит, как будто мы хотим что-то продать им, или что-то, не знаю, за работу какую-то предложить им. Хотите косарик для фильма? Да, типа, мне хотите косарик заработать? Спасибо. Во, круто, реально, спросили тебя. Это вы меня спросили, но я решила тебя порадовать. Big boy, style. Да, я знаю, где достать. Показал малышке один раз. И теперь она хочет опять. Тати-тати, влюбилась тот факт, что я музыкант. God damn, I'm so blessed. Не нашла благодать. Не запланировано. Тут еще может не ловить. Такой, я помню, чувачок кудрявенький такой, белые волосы, кудрявенький такой, тоже стример. Продевич. Вот. Он стрим запустил на концерте Доры, и мы с ним спустились в слэм, и меня в толпе слэма чуваки подняли на плечи и пронесли через всю толпу на сцену к ней. Охуеть. Я вообще, я такой пи... Я очень обожаю слэмы, но часто в маленьких слэмах, в маленьких этих барах, там где-то выступают, да, не очень это, потому что они все такие сразу фоткаются, сразу фотки, и никто не слэмится. Ага. А эти прям разносили просто, нас сносило с ног, все падают друг на друга. Жестко. Ох, ебать, жарко нам. Конечно. Залезли. В тачку спрятали. А куда мы едем в итоге? Надо же выезжать, потому что тут сходка. Да, надо что-то куда-то кто ехать. Кто прийти? Пара Горького? Какой-то человек. Горьков, наверное. Я имею в виду из вас. Кто решил? Пара Горького. А кто решил? Мы оба? Ты. Мы оба решили. Ты решила. Мы оба решили. Ты решила. Мы оба решили. Мы оба решили. Нет, мы решили. Чего, мы решили. Ну да, мы решили. Ты решила. На Бэнксе едем? На Бэнксе? Это что? Бэнксе? Это машина как будто какая-то. Все. Можно открывание? Пожалуйста. И кондиционер. А ты никогда не катался на этих? На кошелинг? Да. Это как самокаты, только машины. Да. А ты можешь парковать где угодно их? Да, бесплатно. Не надо платить за парковку. Реально? Ты приехал, да. Бросил и ушел. Типа такая тема. Звучит неприятно. Не поехали. Приехал, бросил и ушел. То, что касается машины. Звучит как то. Да, очень грустно звучит. Я включил сейчас окно, чтобы проветриться просто. Амина, нос видно. Как самокаты, только машины. Мать моя женщина. Кондишн просто. Как будто уже что-то дует. Ну, на улице дует. А вы его чипы зарезервировали? Да. Ты его снимаешь в аренду. На весь день? Можно на весь день снять. Можно, а есть машины прям какие-то крутые? Можно на 20 минут. Да, есть. Надо есть, Теслы есть и все там. Это нужно найти, да, если? Да. Но они в центре есть, просто там а типа... может найдем? У тебя стаж какой? Ему не открыли. Что? Не открыли, там типа по стажу открываются машины. А у тебя сколько стаж? Официальный стаж у меня всего лишь 5 лет. А что, за 5 лет нельзя, блядь, на Теслу? Мне, я получаю сейчас права, мне можно будет взять в аренду тачку только через год. Слушай, Алиса. Вау, мне интересно, ладно. Слушай, Алиса. ВДНХ. А, слушай, ну лучше. Нихуя ты придумал, пацанчик. Только давай, чтобы не 30 минут мы ехали, блядь. Сейчас посмотрим, если мы не будем 30 минут ехать, то... Максимум 15, умоляю, а то... Я не хочу в машине тупо сидеть. Опа, личный репетит. Круто. Да, пойдем-то. Типа мы скинули, давай посмотрим стрим. Давай посмотрим стрим. Я просто, я реально не заходил вот так. Принять файлы. Это мы. А как расширить экран? А, вот. Нет, 30 минут это слишком много. Куда можно поближе поехать? Чат, куда ехать? Пишите, куда нам ехать. Да. Чат, да. Личный водитель у нас сегодня. Милохин гей пишет. Круто, блин. Осторожней со словами, главное, брат. А, да. Да. Но нет, это не запрещено, да. Просто. Это же оно. Просто осторожней со словами, брат. Осторожней со словами, брат. Тебе пишут, что тебя любят. Бля, я бы в Макдональдс хавала с кайфом, но он закрыт. Поехали в Макдональдс. Можно в KFC.
Поехали, Мак? Да, он же закрыт. Мак только в аэропорту. Поехали в Домодедово. И в Шереметьево еще есть. Ну, что, поехали в аэропорт? Еще на вокзале есть. На... Аэропорт считается нейтральной зоной. О, круто. То есть там и Victoria's Secret может быть открытой. Да. И кофе, это как его, Starbucks. Вау. Вы что, хотите в аэропорт? Ну, это долго ехать. Да, мы то будем очень долго ехать. Смешно. Особенно сейчас я прикрыл. Какие еще есть парки? Есть парк Горького. Ты на самокатах умеешь? На самокатах? Брод, ты умеешь на самокатах? Яндекс.Драйв премиум, Anytime премиум, если скачать, я там есть премиум машины. Я умею, но я научусь. Слушайте, вы можете скачать Яндекс.Драйв премиум? Мы, если что, оплатим машину. А что? Хочу на Тесле покататься. Хочешь? Давай. Ее можно взять? Да, да, конечно. Можно. Скачайте Яндекс.Драйв премиум. В чате написали. На батуте. Бля, на батутах плохо ловит интернет просто, и там свет хуёвый. Но можем поехать. На батуты. Там сколько батута? Одни батуты в Москве или. Я не знаю. У меня экраны качественные. Сейчас. Я напрягу, как ты напрягаю сейчас. Красиво так. Вот так, да. Ну так, плюс минус. Да ё-моё, Теслу искать. Так, кроме батутов, что еще, ребят? Скачаешь Яндекс.Драйв премиум? Он скачивает. Да. А как, попробуй напряги икру. Она вообще не напрягается. Нет. Ну, как? Я не знаю, как она напрягается. Как напрячь икру? Поднять вот так вот. Носочек сюда или наоборот? Вот так. А, как? В натуре. Носочек, да, либо так, либо носок тянешь вниз и напрягаешь. Нифига, смотри, не напрягается. Он просто массажист, он все знает. Бро, она не напрягается. Тогда подними. Она мощнее у меня намного. На таких точках мы еще не ездили. Там малышка сидит в Порше такая. Порше? Да, вон. Какая кроха. Бля, не хуярится. Там не чисто узнала, да, не мелочь. Стеснялась такая, была такая. Смотри, Дань. Ей грустно, Порше. Она какая-то, как из мема, вот эта девчонка в машине, которая, понял? Это максималка приключения. Она в Порше такая. У тебя веснушки, бро. Так это не веснушки. Это на веснушки. Это на веснушки. Это на веснушки. Это на веснушки. Бигбой. А может, на самокатах? На, ты умеешь кататься на самокатах? Я научиться всегда можешь. Ты сможешь меня покатать? Научиться всегда можно, говорит. Да. Сможешь? Ну, ты не умеешь. Я бы не советовал, конечно, но... Слушай, можете рискнуть. Го в Авик, блядь, нам там точно пизда нахуй. Аттракционы? Я сознание теряю на аттракционах. Ты помнишь, мы когда в Дубае были, вы катались на аттракционах, а на аттракционах я смотрела просто. Может, в Дубай поехали? Поехали. Ребят, нам в Шереметьево. Поехали. Мы в Дубай летим. Прям так, четвером. Без вещей, реально. Да. Круто. Прилетели. У меня там детский стульчик. Багажник. Он охуеть, детский стульчик. А из самолета? У меня дочка. У тебя дочь есть? Да. А у него трое детей. Да, не обманщики. Нет, это правда. Серьезно? Это правда. Я тебе никогда больше не поверю. Покажи Беллу ему. Я тебе покажу сейчас паспорт, что у меня наш паспорт, и вообще вписанное. Дитё вообще? Только паспорт мне не показывай на стриме, пожалуйста. А там другая стрима. Дитё? Я могу это показать? Да. Котова Изабелла Сергеевна. Котова у тебя фамилия? Да, у меня аккурат Хилия. Это моя с фамилией. Ты? Кварц... Кварцхелия, нихуя, Кварцхелия. Закройте окна, закройте окна, в стрим задувает. Ребят, на квесты мы можем поехать и кайфануть жестко, но там нельзя будет стримить. Снимать, там невозможно. Там нельзя стримить. Куда-то поставить, типа, попросить их, чтобы просто стрим стоял на каком-то месте, где мы будем чаще всего находиться. Нет, пока мы туда дойдем, типа, что-нибудь все-таки. Да, съебал. Не-не, это заранее просто договариваться. А есть такая же тема, что они могут подключить все камеры к стриму и стримить все. Да, но это тоже не очень интересно, когда все в маленьких экранчиках, типа, блядь, им приглядываться, и не слышно нихуя. Типа, нужны микрофоны, нужно, чтобы кто-то сидел и включал ту камеру на весь экран, на который мы, типа... Конечно. Ну, на квест можно после стрима. Что, может, в ЦУМ? Поехали в ЦУМ. Хорошо, я карту с собой взяла. Поехали в ЦУМ. Денег, вы не поедете, в ЦУМ не едем. Амина. Спасибо. Спасибо. Уели? Кость, напиши, это троллинг или нет? Кость, это троллинг или нет? Видео. Едет одноклассник, чувак, он едет туда,
сам. Но мы можем его перехватить, типа, с собой взять туда на этот. Ты мне говорил? Да, просто чел какой-то. Да, давай, можно я сестре напишу? Она тебе не писала, у них у тебя есть, нет ее номера? Какая сестра? Блять, напиши ей в Инстаграм, я напишу, спрошу у нее, да. А у тебя есть номер Турана? Инстаграм, это жестко. Дай я позвоню Туране. Давай. Бля, я даже она не могу понять, реально F или нет. Что за F? Все, ок, все. F это когда, типа, жесткие лаги. Вау, дай посмотреть, слушай, как это все выглядит, правильно? Или это плохое качество? Нет, ну, не, нормально. Биг бой, слайм, я знаю, где достать. Вау, круто, и реально ты вот так просто снимешь, так все легко. А мы сейчас на красный проехали, ничего. Круто. Чуваки, я буду стримить, все, и мне... Круто, это так круто. Го на концерте стрим запустим. Или это будет неудобно? Не, он начал. Он вот так и вспышку включал, да. И все, и очень удобно. Да, это очень удобно. Давай реально скачай мне стрим. Я хочу сделать себе. Вау, какой красивый. Бля, дай. Сделай. Ну посмотри, какой красивый. Вот так. Только так, потому что тут свет красивый. Нет, это не красивый, блин. Далеко у меня прыщ. Слушай, у тебя паспорт есть? Нет. Надо с паспортом туда ехать. Куда? На Канц. Без паспорта нельзя. Дома есть, можно домой заехать ко мне. Я же в центре живу. Я тоже в центре живу. У Дани своя крыша в доме. Можно спалить мой адрес. Не, не надо. Все, я снимаю. Ладно, за донат... сколько адрес можно спалить? За сколько? За миллион. За 100 тысяч. За лям я спалю свой адрес. А прикинь, сейчас задонатит лям. Сколько тебе донатили максимум? За стрим был строй донатил мне 800 или 700 тысяч. Ха, красава. Круто, вот так круто, да, блин. Ну, вроде, он меня хотел на стрим позвать, вроде, поэтому он так. Счастливо. Сегодня буду сливать Тендерлива и Даню Милохина. Был строй, нет. Сегодня будет слить. Солнышко, не ты. Светит солнышко, а уже не светит. Ты красивая. Спасибо, ты тоже. А мне навсегда красивая. Спасибо. Да подлизывайся. Нет. А ты? А он да. А мне зачем? Мне зачем? Она просто ей делает комплимент. А Надя зачем? Просто. Надя хочет... Секса. Очень хочет секса. Очень хочет секса. Секса со мной. Подходящего места. Не вариант в туалете. Я вызываю такси к тебе домой. Это просто песня, если что. Я ничего плохого никому не желаю. Ничего плохого не говорю. На батуте хорошо, там хозяева стримили. Какой трек хочешь ты? А треки на стриме можно? Да, главное плюс. Нет, только не это, блядь, просто можно не 30-летние песни, умоляю? Да. Стасян, да, я врублю? Да, тоже да. Ой, что я 30-летние треки, блядь. Ща, а что можно включить? Он уже старый. Вообще-то это Lil Wayne, он не такой уж и старый. Но ты старый. Я знаю, что на уст только у него. Ей-ё. Еще подруг, ей-ё. Да, можно. Кручу и как, ей-ё. Её. Смотрите, как он курилку нашел. Где? В машине? Нет. В какой-то табачке. Она еще заряжается. Она прикольная. Ребята, хочу напомнить вам, что курение вредит вашему здоровью. Да, это факт. И курить плохо. А давай включим плохой парень таблетку. Давай. Таблетка напиши. Старого Huawei он не умеет другим телефоном пользоваться. Первый трек. Где погромче? Знаешь, что по мне сделал? Я в пробке вышел из машины, сел в другую машину и Сатенька познакомился такой. Здрасте. Да, Анка. Здрасте. Можем сделать так. Я могу прям с камеры зайти. Давай. Меня сильно манит. Я не понимаю. Я просто расслабляюсь. Потише.
там разыграем деньги оставшиеся. Да, у ЦУМа, хотел. Либо в ЦУМе. Вот там, где большой такой вход, понял? ЦУМа. О. Там какая-то буква была сзади. Да? Да. Да шучу. Ебать, ты напрягся жестко. Какие там ты сидишь там, вот так, вот там сзади баннер, типа, на, понял, на все окно. Он ж ебаный, что, опять у мамы денег попросил? Спасибо. Нет, 500 рублей, я не добавляю, нет. Круто, а что там? Камеру продрите. Друзья, типа. А. Что такое хорошее стало? Потому что я облизнул просто телефон. Бомж ебаный, что, опять у мамы денег попросил? Типа это школа, да? Причем тут это же... Колледж, да? Да нет, я думаю, тут все у тебя в голове, чувак. Если ты хочешь, ты знаешь, что хочешь. Если ты спрашиваешь, значит, ты не знаешь, что ты хочешь. А если не знаешь, нужно узнать, что ты хочешь. Все. В других нет. Тебе никто не может подсказать, нет какого-то определенного сценария, по которому нужно идти, у тебя что-то получится. Все индивидуально, у всех все по-разному. Думаешь? Да. Я знаю. Кажется... Коуч. Как выбили? Это у меня вырвали его, лечение происходит у меня во рту сейчас. Какой? У меня это молочный зуб, по ним растет коренной, его вытягивают брекетом. Мне делали операцию, мне разрезали десну, открывали десну, вставляли брекет, закрывали десну, зашивали ее. Два раза так делали. Самая ужасная штука, самая ужасная. Две типа из десны вытягивали вот здесь, зуб? Вот здесь, смотри. Да, из десны вытягивают зуб сейчас там. Я носила брекеты, но такого у меня не было. Было страшно. На самом деле, можем где-то здесь выйти. Очень круто. Можем где-то здесь выйти и пойти уже пешком, нет? А тачку ты где брать? Оставляй здесь, можно где хочешь оставлять. Где хочешь, типа на парку. А чего ты снимать там хотят? Кино. А в Красную площадь нельзя заходить сейчас, да? Нет. И вообще на Галево можно было? Можно, конечно. В смысле? В Красную площадь. На Красной площади гуляют же люди. А, внутрь. Ой, внутрь Кремля, а как попасть сюда? Не знаешь, как попасть внутрь Кремля? Захотеть можно. Если захотеть, то можно. Ну, если захотеть, то можно. Парад же. Можем сходить. Реально, любой фильм посмотреть. После концерта? В Москве, да. Да, в Москве. Если мы захотим. 250 рублей, Даня, спасибо большое за Ростов. Ты очень сильно разъебал. А, на концерте? Да, чуваки, спасибо большое. Блин, было это первый раз прыгал в толпу, это просто, я так боялся. Тебя поймали? Но, да, они еще прыгали, они сначала поймали, но потом мы все вместе завалились друг на друга просто. Это было очень круто. И что, кто-то пострадал? Нет, все живы, все круто. Все, а ты пострадал? Я прыгнул, я лежу у них, я понимаю, что вставать нет смысла, они меня раздирают просто, они меня тянут за футболку, музыка играет, мы просто так все... Короче, это был жесткий рейв. Это было... Тебя прям разорвали, получается? Да, они просто разрывали. Как кусок мяса? Как кусок мяса. Как кусок мяса? Чуть не съели. Нихуя себе. Это прикольная хуйня. Это фреймтеймер так делает. Да? Фреймтеймер? Нет. Оператор. У него такая еще лысая башка и тут хвостик. Русский? А, да, вот этот чел, который Моргана снимает. Да, а, охуенный чел. Видел его в ТикТоке, где он? Русский? Бейду, бейдам. Да, видел. Он, по-моему, одной трек такой видос снял. Крутой чувак. Укротитель камер. Фреймтеймер. Русский? Ну, блин. Фрэнтеймер, я думал, ну какой он может быть русский? Фрэнтеймер. Ну типа русскоязычный теймер. Очень жарко. Да. Возьмите Жужо, он мечтал с Даней встретиться. Я его звала сегодня. Жужо, блин, круто, мы с ним виделись пару раз. Тебе нравится? Круто, ну нормальный чувак, да, прикольный. Стример. Да, это... Кудрявый. Да. У него свои волосы? Как понять? У него свои волосы. Как понять? Ну, волосы на нем, это его волосы. А чьи? Очень они пушистые. Это химическая завивка. Ну понятно, но они такие длинные, круто, я вообще идет. Если я отращу, они у меня слишком тонкие, они не будут такими. У тебя такие мягкие волосы, да, это как цыпленок. Да, они очень маленькие, тонкие. Я думала, они потверже будут. Не. Ну не все такое. Ладно, блин. А, дэйш? Да. Да, трэш. Дайте ее. Шайни. Здесь холодно, здесь дорого. Я слишком часто хочу уехать из города без повода. До скорого. Без повода. Малышка, ну расскажи, я не до скорого. Спасибо, спасибо от совы. Мне? Да. От совы? За то, что ты выводишь настроение сегодня, правда? Спасибо, чуваки. Я-йо. Я-йо.
все, потому что, братья, йо-йо, йо-йо, йо-йо. Перепутали платформу с ТикТоком, извините, по-братски. Можем кому-нибудь подойти, типа... Сейчас деньги кончатся. Ну, они кончатся, и можем подойти, спросить, говорить, типа, давай мы тебя купим, там, не знаю, а ты там, не знаю... Да. Самое главное, чтобы все было положительно. Найдем какого-нибудь человека с ребенком и скажем, если откажешься от ребенка... Я тут! Откажемся от ребенка... Это уже не положительное, бро. Нет? Это уже не положительное. Слушай, ребенка будет хорошо. Чуваки, я... Что если откажете? У меня трое! А, у тебя трое? Одного? Ну что там, у тебя двое останется. Одним меньше, другим больше. Ну, ты в плюсе. Я поняла, что подлагивает Костя. Сейчас пройдет, должно пройти. Да, мы в центре. Что ты сделал? Я ничего. А что сделал? Калитку обмазал. Правда? Да. Да нет. Вась, подержишь? Да. Ну, хочется снять козюльку. Только не снимай телефон свой, там личные какие-то данные, телефонные номера. Понятно. Они могут заскринить тебя? Нет, за это будут баня. Звонить мне? За это за... Чуть в СОС не позвонил. СОС? Это что, все СОСа, бэйби? На. Тут такие картинки. Да, слышь, ты не пали такое на стриме мне. Я поэтому пониже опустила. Даня открыл там... Я открыл? На телефоне. Не показывай сюда только, пожалуйста. Я открыл попу на телефоне. Блядь. Нет, бро, думаю, что нет. Спасибо за нас. Круто, обожаю. Только если на улице меня встретить. Круто, как это, как у них круто, блин. Как у них круто. Ну, в смысле, так все легко, вот так. Потому что меня занудничали постоянно стримы. Очень круто, но сидеть это вот очень скучно. Круто, сколько у тебя подписчиков на стриме? На стрим... Миллион. Миллион, вау, ну это очень жестко. Это много, считается. Это много? Это типа, ты сколько уже лет стримишь? Ну я вообще в сумме 4 года каналу, но я не стримила из них 2 года. Ну да. Ну типа, так, знаешь, раз в 2 месяца, типа, на пухлях. И я только когда начала стабильно стримить, у меня за 2 месяца плюс 300 тысяч добавилось. Круто, блин, надо просто стримить. Ну, конечно, уже интересно, понятно, что... Но у меня такая достаточно интересная жизнь чуть-чуть. Да, ну, типа... Чат, вам бы было интересно смотреть стримы Дани? Напишите плюс или минус. Сейчас, смотри чатик. Сейчас напишите. Плюс, минус. Ой, тут какой да, концерт. Да, да. Видишь? Да, круто, блин, надо стримить. Смотри, чувиха, я, это очень круто будет. А потом мы с тобой... Хочешь, если на этом... На концерте будет хороший интернет, да. Мы можем тебе на канал стрим запустить вместе. Хочешь? Я стрим, чуваки. Да, я тебе скажу, я тебе все сделаю, короче. Да. Только надо телефон зарядить или взять пауэрбэнк. Да, да. Типа перезаряд или что-то такое. Да, у меня перезаряд. Супер, ага. Ну, ребят, я вам обещала уже сегодня стрим с концерта. Вот на Данином канале сделаем, я в ТГ дам вам ссылку на его канал. Круто, и попросим еще чуваков кинуть себе в ТГ, там я Аню прошу, Артура прошу, чтобы они закинули. Нет, тоже. Давай лучше пускай закинут те, кто с нами еще будет из популярных ребят. Ну, ты можешь закинуть, но просто я тебе объясню сейчас, когда мы закончим стрим, почему лучше. Типа, им интереснее будет заходить, смотреть или... Просто смотри сейчас. Не хлопар, там вообще? Прям вообще миллиметра нет. Где с чем? С ним были. А, нет, это просто все... я привык, что на Майбахе длинный нос, и так мы близко были сейчас к нему. Тут ты тачка. Я чувствую все. Только возьмешь и оденусь. Да. Разденусь. Мы можем в тачке оставлять вещи? Да. А можно кофтку останусь? Конечно, почему? Я поэтому и спросила, то, что тебе же не холодно было. А мы своруем. Кошелек а мы да? своруем. А это не моя сторона. Это моя. Ты своруешь и мне вернешь по зуму лете. Спасибо. Я молодой год. Гол! Не знаю слова. Ты не хочешь кушать? А? Кушать не хочешь? Я хочу кукурузу пиздец. Сидим. Можно с вами сходить? Давай. Да, можно. Спасибо еще. Давай, делай быстро. Все вместе. Да? Давай. Все, спасибо. Конечно, конечно, можно. Можно вместе? Да, можно, конечно, конечно, можно. Тут немного навозом пахнет, чушь. Вкусно. Навозом, да, пахнет? Коров пасут недалеко. Пасут. Это что за такая поза у тебя, Даня, с ножкой? Бок. Можем сфоткаться, пожалуйста. Конечно, можно. Let's go. Давай. Let's go.
трэш, блядь. Круто, как круто. Спасибо. Так. Привет. Здравствуйте. Есть да, время? Конечно, let's go. Давай. Yo, Молдый, go. Я go. Оу, не знаю слова снова. Давай. Амин, танцу. Вау. Ну, это единственное, что я умею, блядь. Let's go, let's go. В ЦУМ. Так, дай мне окажемся. Даня решила опять подпить. Я фотку, фотку, давайте, позируем. Золотая чаша, золотые цепи. Нихуя, тут песни все знают, блядь. А давай ты будешь подходить людям и говорить, типа, вот так с телефоном, как микрофон, типа. Золотая чаша, золотые. Чувак, давай, да, если продолжишь сейчас эту фразу, я думаю, что... 1000 рублей, давай, да, давай. Мой трек, но они продолжат там все. Там какой-то концерт. Давай какой-то неочевидный трек. Давай, да? Давай. Какой неочевидный, что трек? Неочевидный чувак. Давай неочевидный чувак. Ну, в смысле, какой-нибудь взрослый мужчина. Ну, хотя кому нужно будет 1000 рублей? Или нужно... А «Гори, не гасни» менее популярная? «Гори, не гасни». Ну, конечно, ну, не сказать, но менее, да, но... Спросите у старого треки, он вам скажет. Ты знаешь песню «Гори, не гасни»? Нет. Реально не знаешь? Кого еще назвать ты хочешь своим счастьем? Или это я слушала, блин. Так, подожди, а знаешь «Золотая чаша»? Это «Золотая». Я только из рекламы чая вот тут вот. Давай, цепи. Выдыхаю боль вот этого. И твои духи. Это слишком подростковая, правда. Ну да, такая она. Я говорю, старые треки спросите, он такие вам скажет, которые никто не угадает. Давай, какие треки? Я думаю, вот это вот про лапки. Давай, давай просим у них сыграть что-нибудь. Воспечь. У тебя же лапки. Нихуя себе, лапки, постарайся, и твоя жопа. Они не знают, думаю. Мы тот раз здесь пели. Как думаешь, они знают лапки? Думаю, нет. Мы тот раз здесь пели. Да. Даня, не холодно, заебись, ребят! Очень жарко! Я там... Мы всегда да. Бегаем от всех. У тебя там квартира есть. Аля. А другой, а... Старый, далеко не уходи. Я вступаю. Теперь мы бегаем под ЦУМу. Здравствуйте. Добрый день, Данька. Здравствуйте, хуй мне покрасить? Это что? Это Валентина. Валентина. Какие тапки у меня меховые? Из ковра. Из ковра? Че чатик пишет? Прейленбург. Это. Пись. Ты хочешь есть? Я хочу пить и есть, да. Я бы тоже похавала. А где похаваем? Где можно? Вообще здесь прям надо резко есть. Он вкусный? Ну да, мы там ели вкусно. Ну можно похавать? Или нет? Может, просто на стриме буду стрим-снайпить. Знаешь, какой стрим-снайпить? Что будет? Стрим-снайпить. Это что? Полить, где мы находимся, и могут прийти, я буду без маски кушать, и мне могут фотки делать. Тогда не будем, тогда не будем. Супер. Купите, пишут, купите какую-нибудь хуйню. Чудо. Слышишь? Было прикольно, если какой-то бренд сделал, знаешь, как слоник для письки есть. На улице? Да. Типа трусы, как слоник, хобот слоника. Такой есть? Да, Louis Vuitton какой-нибудь. А может, а
оденемся строго, типа костюмчики. На концерт? Не хочешь? Можно. Купить типа такие строгие вещи. Ну вот давай не тут, вот очень пиздаво, пойдем на лям. Ну не супер дорогие, типа, здесь можно найти не такие прям дорогие. Ну, типа, просто реально вещи, которые мы просто вспотеем, нахуй, они будут вот эти вот все, которые можно потом выкинуть, но строгий вкус такой. Строгий. Слышь, космические цены, брат. Я не знаю. Я заходят в смешные цены, смотрят на ценники и ржут, типа. Все просто угорают там. После выдал, да? Там и Луи Виттон имеется. Реально, смешно, сцена? Да, полёный. Да, такой, Судите строго. Смотри! Детский стон Майлон! Маш, подари моей дочери! Такой Для таких маленьких, что Майлон таких? Для микро-людей. Для маленьких злобных фанатов. У меня дома маленький злобный фанат ходит. Чейла зовут. Чей? Мой. Да, ну, дочка моя. Нам далеко? Не, вот, прям вон есть. Базар. Да, я спрашиваю, что ли, в сумме. У тебя покупали корпоративы когда-нибудь? Конечно. Что ну, я помню, сумма была на корпоративе, ну, прямо... Ну, типа, от миллиона точно, типа... прямо три, ну, четыре, типа... Так, Даню на свой сайт мы не зовем, мы знаем, что дорого, узнали. Я не приду. Аминь, ты придешь? Я приду, Зай. Вот отлично. У вас не было свадьбы еще? Нет. Еще пока. Пойдем. Там в другой стороне, вон там туалет. А. А вон там дальше. В поисках сумского туалета. Это, кстати, красивый туалет, очень приятный. Я бы ручки зашла, помыла с кайфом. Сделай вот скрин со стрима. Стрим на твоем канале? Да, тайминг минута 30. Час 30. Да, блядь, вы пишите ЧСО, если я буду останавливаться со всеми фоткаться, то вам будет скучно. Типа, блядь, ну, вы же это понимаете? Ты тоже пойдешь? Да, мне надо тоже. На двоих можете сделать? А все, не надо. Ага, спасибо. 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 Оп. Чего Настя со мной не пошла, не понимаю, как? Ай. Я стример. Здрасте. Хорошего дня. Ой. Мне одной так неловко. Ага, деньги? Да, сколько денег там? Там наличные. Да, неудобно. Ой. Мне так было неудобно. Сейчас он мне женщина говорит, знакомый голос какой-то. А я так еще говорю, да тихонечко на камеру, потому что мне неловко, что она рядом стоит. Она подумала, я сама с собой разговариваю. Я говорю, я стример. Сейчас танцевать, какие танцы? Я бы, конечно, тверк попросила, но твой мужчина будет против. Я так хотела, что надела топичек, чтобы можно было попу твою показывать в скайпе. Ну, как говорится, Стасик мне. Ой-ой-ой. Нихуя себе. Ничего страшного. Стасик-то рядом, с ним можно. А, с ним можно, как говорится, и поблясывать. Главное, что с своим молодым человеком. Ребята, что-то вы ничего не видели. Вы ничего не видели. Да. Оп. Да, все. Столочка на фотке. Спасибо, что не в... Идем? Да. Куда? У меня есть на карте сумма 30 тысяч, можно что-нибудь за 30 тысяч купить. Да, у меня есть на карте деньги, можем что-то купить просто. Не, на карте сумма.
У меня даже есть на карте. Все бесплатно, ты просто, ну, что-то возьмешь. На зарплатку? Да. У тебя на карте сколько? Сумма? У меня нет, у меня на карте сумма 1010. Ну, нет. Но у меня есть просто карточка. У меня тоже есть карточка, но, блин, интереснее бесплатно получить. Здесь как будто бы должна пропасть связь. Не пропала связь? Скис. Я котик. Как мои поцелуи, почти как легкий наркотик. Кис, сегодня не приеду. Я хочу выйти. Let's go. Пока до туалета добежу, здесь можно обосраться, да, нахуй, в штаны. Да, каждый раз так. Пиздец, почему нельзя было на нескольких этажах туалет сделать? Не знаю. Может, это для чего-то сделали. Думаешь? Да. Для чего? Не знаю. Обосраться и опозориться в ЦУМе? Ну, чтобы... Не знаю. Чтобы люди, когда ходили в ЦУМ, они заранее пописали. Чтобы ходили, сделали все дела и не отвлекались ни на что здесь. Туалет приходит? Нет. Зануда, конечно. Давай обратимся к ним. Люди, которые придумали ЦУМ, пожалуйста, сделайте туалет хотя бы на втором этаже. А мне кажется, там есть, нет? Я думаю, что нет. Раньше, по-моему, был лет 5 назад. Так, а тебе Надя ничего не ответила? Ой, Турана. Все, поняла. Главное, с собой, Дань, паспорта на Канце взять, все нормально. Нам нужно заехать ко мне домой и взять паспорт. И мой, ко мне тоже надо заехать. Тебе тоже надо заехать. На концерт Лава. Когда? Сегодня в 8. Я просто не смогу проходки всем сделать. Понятно. Я так его друга беру, еще пару стримеров. Я Ярика позвала еще и Акулу с корешем. Ну, Акулу с корешем, я вроде через Ярика ему сказала, можно еще. Акулич. Кто это? Акулич член. Кто это? Это стримерша. У нее розовые пряди такие. Охуенно, она будет сегодня? У нее есть парень. Да не вот, я что думаю, ну что у меня? Я буду. Минус Леха. Да нет, ну типа про то, что она очень такая, отстань. Закрыли годный ставщик, это донатик. Вот это вот. Ах, ебать. Ну нет, ну я понимаю, зачем мне все. Покраснел, блядь. Я просто обгорел, блядь, на улице. Реально солнце. Я реально обгорел, смотри. Нет? Ну, в принципе, строго, слышь. Ну вот, да, может, купить себе. Миллион долларов, миллион долларов. Не хочешь миллион долларов? Не, брат, это не стоит того. Вообще не нужно. Смешные цены, я говорю. Это слишком дорого просто, реально. Самый лучший магазин. Я говорю, можно просто зайти в какой-нибудь магаз рандомный и купить пиджачки, типа, понял? Конечно, и пойти. Одеться как бомжи, типа, можно вообще. У меня дома есть костюм, я могу не тратиться, а дома заехать ко мне, но одеться. Нет, у меня нет костюма. Можно тебе купить костюм. Давай, только не здесь, бро. Смешные не здесь. Цены. Я не могу, меня так манит, вот это вот половина ЦУМа. Дань. Там все худочки, там... Анальный баребух. Чё это? Анальный хлеб. Что? Дань. По-моему, это очень угарно, когда первый раз это слышишь, мне было очень смешно. Он не выкупает просто чат. Бултрел закиньте по-братски. Дань. Эндерлимбомбес прошедшим. Спасибо. Это Twitch? Да. Всем привет. Спасибо. Привет. Спасибо. Хорошо, у тебя как? Тоже пусть Джейсон. Вау, какой-то красивый. У тебя Зипа, как у меня есть такая. Я с ним списался. А ты что такой красивый стал? В смысле, похудел просто. Занимаешься? Да. Чем? Спортом. На нейроках двигается, молодец. Модный, господи. Ой-ой, какая сумочка. Что происходит? Не-не-не-не-не-не-не, даже не думай. Как у вас дела? Как отметили? Круто. Нравится? Да. Как по ношу могут ее отдать? Оцениваем шмот. Как говорится же за нее. Давай, сколько стоит тиха? Мне ее подарили. Окей, футболка. Это Chicago Bulls ретро, она стоит 45 тысяч. Окей, давай, Коша Нейс такое. 50, это Мейсон Михара. А это что такое? Нью-Йорки, 33 тысячи. Носки, ну, а сумочка? Носки Fear of God, 12. Носки 12, а трусы сколько? Сумочка. Турфорд. Нихуя крутой. У тебя что трусы? Фу, я рогаю. Джоки? Нормально. Что такое? Ну это очень круто, это для... Сумка. Да, но у меня семейники.
180. Ну, нормально. Я думала, 1500. Ну, нет, не сказать. Ну, просто семейники носят, тем, у кого... А украшения есть? Нет. Ты мое украшение, тендерлимбамбе. 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 Хотя бы на стрим сфоткать, да я вижу. Давай на стрим, давай на стрим. Это Егор Крид, мой друг. Привет! Все, блядь, девушка будет. Помнишь? Здорово! Мы с ним в Дубае бухали. О, здорово, бро. Привет. Да, не просто. Ну, это же стрим. Это уже с ним Мне не нравится эта рубашка. Мне не нравится эта рубашка, бро. Мне тоже не нравится. Тендерлимбамбе. Все пишут тендерлимбамбе. У меня волосы. Тендерлимбамбе, тендерлимбамбе. Тендерлимбамбе, тендерлимбамбе. Нет, у нас нет денег. Мы пописать ходили. Реально? Пописать? Да. Вот так вот. Вот так, да. У богатых свои причуды. Как твои дела? Нормально, живу, работаю. А что нового? А? Что нового? Ничего, как все как обычно. Одиночество, сволочь, одиночество, скука. Почему одиночество? Я помню, мы с тобой последний раз виделись, помнишь, в торговом центре, где картинг? Да. Дань, спасибо за съемку. Очень классно, Дань. Там, смотри, там просто рыбий глаз, это так круто. А там донаты тебе кидают, все нормально? Давайте за донат 300 рублей, как Романов... Мне не нужно, нет. Сними штаны. Не, не буду за 300 рублей снимать штаны. Я снял за 300 рублей! Ты можешь себе это позволить, потому что ты Дэнни Милохин. Yeah, yeah. Дэнни Милохин и мини тендерлимбамбе. А я реально обгорел, смотри. Реально просто пришли сюда пописать. Ты просто стесняешься. Гена, я прошу тебя, это отвратительно, не покупай. Уволен, уволен. Снимите это немедленно, пожалуйста, я умоляю. Ты снимешь потолка? Нет. Мам, я на стриме. Я тоже. Ему пришлось. Это мне пришло, меня заставили. Дань, смотри, Big Dick Club, прикинь. Ты в Big Dick Club? Да, прикинь. Ты в Big Dick Club? Ну, не прям, но почти. Вау. Ну, нет. Офигеть. Я очень его хотела. Я могла себе купить, но мне руки не доходили, и мне подарили. А меня что не попросила? Я бы тебе подарил. Нет, так не делаю. Да? Ну ладно. Ну и ты знаешь, что я не против. Ты помнишь, да, я как с ней потусуюсь? Можешь мне подарить? Что? Свою улыбку. Пожалуйста. Ой, какие зубки ровные. Желтые. Зубки ровные. Когда-нибудь в какой-нибудь мультивселенной мы с тобой поженимся. Думаешь? Да. После меня. Это понравится. Ну тебе не понравится. Почему? Ну не знаю. Стоп, у нас, если что, стрим. Да. Все, хорошо. Какой у тебя нация? Я армянин. Я обожаю армянин. Да? Да. Все, мы женимся с тендерлимбамбе. Я обожаю все нации, на самом деле, честно. У меня очень много друзей. Да? Да. Все. Армянин. Все. Если что, раш будет со стороны жениха или невесты? Невесты. То есть с моей стороны? Да. Я даю свадьбу, кто-нибудь придет или нет? Нет. Тебя все не любят. Да, не. Тендерлимбамбе, спасибо за... Тендерлимбамбе. Тендерлимбамбе, все пишут тендерлимбамбе. Как он молчит? Бро, можно сопли тебе маленькое? Можешь без унижения, достаточно. Не, ну она просто, ты высокий, а надо коротких людей как бы. Она намекает на то, что типа сними, отдай ей. Амине подари. Нет, если бы это была моя куртка, я бы подарил. Да, это я только про это. Я уже купил, если что. Это его джинсовка. Это его джинсовка, да. Спасибо, вышел. Классно. Можешь мой час? Че, гол? Где нам лейм? Ау. Мы поехали. Я тебя люблю, мама. Я тебя тоже. Давай. До встречи. Дай-ка, дай. Дай-ка, дай на стриме заскринить. Дай-ка, дай на стриме заскринить. Давай. Все, до скринишь. Спасибо большое. Мне кажется, нам надо ехать куда-нибудь. Потому что сюда все. Бля, рожочек! Дару! Здорово! Астрия, я в вашем подарке гоняю. Рэндом крю брат. Здорово. Здорово. Можно с ними застанула? Со стриме заскринишь с вами. Да, конечно. Ты побежал, братан? Круто. Да, я пойду уже. Давай. Петюня. Ой. Мы даже убежали. Да. Не, мы убежали, прости. Оп. Тили-тили. Трали-вали.
Это мы не проходили, это нам не задавали. Паром, а я хочу есть. Да, я тоже хочу кушать. Всех белушек. Бля, честно, хочется взять у них микрофон, отобрать и попеть на улице. Да, а что мы поем-то? Мы так уже делали пару сделайте раз. Сделайте это, ребята. Что мы поем? Сделайте. А что мы поем? Я петь не умею. Ты можешь петь? Ты умеешь петь. Я умею. Пошли твой трек. У Дани есть трек, я он не у тебя же лапки, я могу петь. Да? Там вообще петь не нужно. Думаешь? Да. Бро, мне кажется, там как раз нужно петь. Да? Да. У тебя же лапки, постарайся. Нет, Дань. Нет. Дань, просто по от души, понимаешь? Ну, конечно. Сердце. От души я смогу, здесь я не смогу запеть. Нет, мы не должны руинить уши людям, типа. Могут... Еще раз я услышал какое-нибудь оскорбление в мой адрес. Я тебя... Давай попросим, вот они стоят, пока ничего не играют. А что можно спеть? Какой ты, трек? Ты умеешь петь. Давай, какой трек ты хочешь? Группа крови. Не, я такую не могу. Это что-то новенькое, давай попросим, давай, ребят. У тебя же лапки, не знаю. Давай спросим, не знает, у тебя же лапки или нет? Давай. Только не так быстро, Дань. У меня маска, мне тяжело бежать. Привет, ребят! Ну, чуваки, а вы знаете трек? У тебя же лапки, постарайся. Нет? А мы должны? Нет, просто я про то, что сыграть его вы сможете или нет? Да, да, сможем. Сейчас послушаем. Реально сможете полностью на всех инструментах, полностью трек? Сейчас, дай мы послушаем. Да, как лапки. Дай мне очень лапки. Ебать, чуваки, если вы сыграете, это будет пиздец. А у вас один микрофон? А если не сыграем, будет еще больше. Я падаю, лови меня. Да, да, да. Походу получится, ребята. Походу не получится. Дань, получится? Женек. Сейчас, мышим. Женек. Если не спим, ничего, потом без стрима поиграем. Поставь мне куху. Без стрима? Не, я хочу со стримом. Чат, вы хотите? Я точно аккорды не подберу, но приблизительно смогу. Нет, а почему бы это... Что? Бабки, постарайся, чтобы Надевайся, это хочу на лапки помешать. У тебя же лапки, постарайся, твоя жопа не мешает. Надевайся, это хочу, ты одевайся, раздевайся, это хочу на лапки помешать нам. Короче, сейчас мы вообще в перерыве. Но одну песенку мы тебе оформим. А давай попробуем. Иди к микрофону. На барабанах это... Иди к микрофону. А можешь спеть хорошо? Давай ты. Ты, Игорь. Откуда мне снимать стрим? Где чтобы Игорь? Можешь так попробовать. Да. Найдите. Пока Игорь! Пока что давай Милохину песню сыграем, а? На барабанах? А ты сможешь на барабанах ее? Так. Любой. Там все. Давай вместе, бро. Давай в один микрофон даем им песню. Давай. А у вас есть второй микрофон? Вот. А, да, он один. Привет. Он один. Давай я туда пойду. Мы споем трек. А мне что? Пизда всех ушам. Блин, простите, чуваки, я буду сейчас пытаться петь. Короче, когда, Надь, когда мы будем петь, можешь отойти. Пока можешь отойти. Не, подожди, бро, не сейчас, сейчас. Бля, он на барабаны стоит, блядь, бро. Вот это прикольно. Замочили, ребята, пиздец, концерт! Yeah.
Бля, было очень круто. Мам, Дань, дай. Ребята, можно фоточку, пожалуйста? А у нас перерыв продолжается. Чуваки, вы гении, вы гении. А мы бежим. Раз. Да, там много людей, просто мы не сможем. Маш, в тачку. Дань. Беги, беги, Даня. Маш, в тачку. Да. Тачка там. В другой стороне. Пойдем так, побежим. Да, блин. Осуждаю. Реально. Скибались за кадали просто. Стоп, подожди. Кость, было слышно? Осуждаю. Было слышно на стриме? Бля, вот как можно себя так вести, ебано? Вот гандон, сука. Не, нормально было, супер. Я вырублю микро на всякий, пока не чаем. Врач, я жестко стрессанула, ребят, пиздец. Чел сказал, неси ананас, а мне послышалось другое. Слышно? Норм? Тачке, а? Чел сказал нести ананас, и я испугалась, что что-то другое. Пизда, я пересралась что-то. Ебать, я пересралась. Аня, я отвечу тебе в такое. Что акула, значит? Акула пишет. Акула, акула, привет. Акула, ты крутая. Блин, очень крутая. Мы сегодня разъебемся. Ань, приходите сегодня на концерт, я скину инфу. Уф, пиздец. Да, это было круто, чуваки. Круто, что она сейчас записалась, так и она будет разлетаться теперь. Амин. Да, сейчас. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем стрим и едем кушать, но подальше отсюда. Нету. Всем спасибо. Так, всем решаем, пока. Куда будем. Подожди пока. Короче, создам Дани Твич, запустим ему сканца. Сегодня. Наелась вместе. Да. Ссылочка будет у меня в Телеграме. По времени примерно 8-9 часов ночи. Супер. Да, 8-9 часов ночи. Ну, 8 сейчас. Вечера, ну, да. Ну, ночью, да, 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 да. Супер. Все, ребят, спасибо. Всем пока. Всем пока. Следите за моим телеграммом. Пока.